Аврора Бореалис – полярное сияние, настигающее ночные небеса Кольского чудо-полуострова. Всполохи могут наблюдать не только на крайнем севере, но и в других местах планеты. Это природное явление окружает множество любопытных фактов и легенд. Кажется, что мы знаем о полярном сиянии все. Северянина уже не удивишь красивыми разноцветными разводами ночного неба. Фото и видеосъемка уникальных свечений сегодня легко доступна в интернете. Но увидеть полярную аврору своими глазами – это значит увидеть чудо природы. Ведь помимо яркой завесы и танцующих разноцветных лент, во время полярного сияния выделяется огромное количество космической энергии. К примеру, прошедшей осенью, еще задолго до снега, жители Кольского полуострова, если поднимали свои головы к небу, наверняка не раз видели это явление. Всполохи из-за солнечной активности все чаще возникают на нашем небосклоне. Каждый современный человек сегодня знает, что полярное сияние – это свечение верхних слоев атмосферы. И возникает оно в результате взаимодействия частиц солнечного ветра с магнитосферой. Но наши предки видели в этом феномене природы угрозу, опасность для жизни и рассудка человека. И складывали про это свои сказания. Небесная иллюминация породила множество сказаний народов Севера. Сегодня эти легенды мало кто вспоминает, и мы совсем не боимся дурного знамения, которое, согласно мифам, несет полярное сияние. По одной из легенд, полярная аврора – это мост между людьми и богами. Другое сказание гласит, что это волшебные снежные искры, которые полярная лиса взметает своим пушистым хвостом, пробегая по сопкам Лапландии. Легенды не менее интересны, чем наука. Они и веселые, и грустные, и очень серьезные легенды бывают. Но мы собрали где-то несколько сот легенд у разных народов. Из всех легенд мне больше всего нравятся древнерусские представления о полярных сияниях. Фактически это связано со змеем. То есть вопрос стоит, откуда прилетал змей Горыныч. Вот, оказывается, змей Горыныч всегда прилетал с севера. Похоже, у нас снимки есть, очень похожие на змея Горыныча, это когда был год дракона. Это был хороший подарок. «Кто вы, ваше сиятельство?» – так называется книга о полярных свечениях, которую в далеком 1984 году написал апатичанин Сергей Александрович Черноус. В своем рассказе автор развенчал некоторые существенные заблуждения. К примеру, каждый второй северянин уверенно скажет, что свечение бывает только в ясные морозные ночи. Но мороз здесь ни при чем. Сияние бывает и в пасмурную погоду, и в дождь, и в снегопад. Просто не всегда мы можем их с Земли заметить. Уникальные небесные представления начинаются для нас в день и час, назначенный самой природой. Очень удобно расположены Апатиты. Недавно получили письмо, что туристы хотят приехать в столицу полярных сияний. Дело в том, что Финляндия, Швеция рядом, там интенсивно занимаются изучением этого явления. И вот с точки зрения прогноза, наш край самый лучший. Они обычно бывают в полночь. В полночь, ну, каждые третьи сутки. Но второе еще – облака. Сияние находится на высоте 100 и выше километров. А облачность у нас – это несколько километров, и облака заслоняют, и мы ничего не можем наблюдать. Вот с прогнозом погоды у нас дело обстоит хуже, чем с прогнозом полярных сияний в настоящее время. Но для того, чтобы охотиться за полярным сиянием, надо знать, когда оно будет, где оно будет, какой техникой их нужно наблюдать. Вот все это хорошо известно в нашем полярном геофизическом институте Кольского научного центра. То есть у нас есть прогноз. А вообще, сегодня погоня за полярными сияниями – это мода. Охотникам за небесными вспышками помогает специальное устройство и, главное, сайт прогнозов сияний, которым пользуется весь мир. Но если это чудо перед глазами северян за год может возникнуть сотню раз, то другие увидеть полярную аврору лишь мечтают и преодолевают километры, чтобы встретиться с источником небесной энергии лицом к лицу и сделать хотя бы фото на память.
Полярные сияния – украшение многих северных ночей. Этому красивейшему и загадочному явлению о потечении посвящают фильмы, фотографии и научные работы. В охоте за позорями, особыми полярными зорями, как называли на Руси полярные сияния, очень важно быть подальше от городских огней. Поэтому Валентин Жиганов, один из тех, кто ночами снимает сияние на фотокамеру, делает это обычно в заветных местах – на озере Большой Вудьявр, по дороге в аэропорт или вблизи ботанического сада. Валентин по профессии инженер, по призванию фотограф. Можно снять и на видеокамеру, но видеокамера должна быть очень чувствительной, очень хорошей. Вот это такой, скажем, бюджетный вариант сделать видео из фотографий. Фильм Валентин сложил из большого количества кадров. Видеоролики в течение 5 минут сияние словно танцует под музыку Эдварда Грига и Ванессы Мэй. Я закачал на YouTube этот ролик, который сейчас показывается на экране. Почти 50 тысяч уже посмотрело. Вроде так пока нравится. В своей категории по видеороликам смотрю больше просмотров. У фильма только BBC, который по северным сияниям снимал. Вот. Ну, если учитывать, что BBC уже 5 лет назад свой ролик выпустила, а у меня всего месяц, то вроде так неплохо. Сделать видео из фотографий Валентина побудила меняющаяся красота сполохов. Он говорит, что ее можно передать лишь в движении. Словом, описать все игры и причуды сияний попытался Сергей Черноус в книге «Кто вы, ваше сиятельство». Свою первую аврору он сфотографировал в Арктике более 40 лет назад. Галилей назвал полярное сияние авророй. И в научном мире так и принято говорить аврора. Вот аврора – это как женщина, то есть она изменчивая. В книге доступным языком не только рассказывается о природе загадочного явления, но и описывается масса легенд, связанных с его появлением. Так индейцы Северной Америки считали, что полярные сияния – это отблески костров, на которых колдуны поджаривают своих пленников. Сияния в южном полушарии принимались местными туземцами за огни, которые зажигают уплывшие в ледяной океан и не вернувшиеся соплеменники. В давние времена часто сияния воспринимались как битвы небесных воинств. Старинная средневековая гравюра изображает сюжет, который представил себе европейский художник, глядя на аврору. В Норвегии существует легенда, что это боги уносят души павших в боях. Это души предков, которые пали в боях. Они находятся в Волгале, в этом волшебном царстве. Сейчас Сергей Александрович всерьез подумывает об издании новой книги, теперь уже на русском и английском языках. В нее собирается включить и фотографии любимых красных сияний. Тоже популярная книга, но уже книга будет снабжена собственными фотографиями, фотографиями Валентина Жиганова и, может быть, даже диском. То есть хочется найти такое хорошее издательство, чтобы так дело поддержали. Все у нас получилось. По предварительному прогнозу, вновь охота на аврору будет объявлена уже в ночь на 24 марта, и полярные сияния будут наблюдаться ежедневно в течение недели. Прогноз более точный вы можете узнать в реальном времени на сайте, который разработан в университете на Шпицбергене норвежскими учеными при участии нашего Полярного геофизического института и Геофизического института на Аляске. The northern lights can be seen across an oval-shaped area that's centered on the south and north magnetic poles. And the sun? Cast. Unfortunately, the aurora can be very unpredictable, and it seemed that once again, we were going to be out of luck. I could see that everyone was starting to flag, but if we weren't going to see the northern lights, at least we could hear about them. I about managed to shake off my polar stress, and I'd seen how the local people deal with theirs. It was time to head back to the observatory. I'd had a call from Yaroslav, and the aurora was coming.
At around 2 a.m., we drove out, and I checked the prognosis with the lab's chief astronomer, Sergei. Okay, Sergei, what do we have? So this is Spitsbergen, the Kola Peninsula. It's gone all the way from the north to the Kola Peninsula. We should be able to see it at the horizon. This is the Kola Peninsula. This is the southern boundary of the oval for polar lights. We can see everything on the map. Our forecast works. Everything's great. I set up my camera and waited. And just under an hour later, the most spectacular light show on Earth began. Wow. This is incredible. I can see why so many people say that this is one of the few things they want to see before they die. I'm at the top of the world. And I feel on top of the world right now. I know people see unusual things in the aurora, but for me, it seemed like a herd of different animals was almost moving across the sky. It was one of the most amazing things I'd ever seen, and I couldn't have been more grateful to Yaroslav, Sergei, and their colleague Valentin Zhiganov. Так называемый полюс холода. Именно в этой точке Якутии самое холодное место на Земле. Зимой температура здесь падает до 72 градусов ниже нуля. Но что самое интересное, летом термометр здесь иногда показывает плюс 45. Любой салют, какой-то там фейерверк, он не сравнится с полярным сиянием по масштабам, по зрелищности. Даже если не фотографировать, то просто наблюдать его очень интересно. Вот. А когда фотографируешь, интереснее вдвойне. Все небо полыхает вокруг, и такие краски, и сполохи, и ленты. И вспоминаешь людей, которые раньше, не зная науки, приписывали разные явления полярным сиянием. Я собрал больше 200 легенд разных народов. Они очень похожи по сюжету. Где-то там хранитель мира зажигает огни. Наши саамские легенды считают, что это братья затеяли игры на небе. Найнос – это северное сияние, играет с братьями. А датская легенда вообще есть очень красивая. Стая лебедей хотела перелететь с севера на юг. Вот они задержались во льдах и не могли вылететь. Они взмахивали крыльями. Вот эти взмахи – это и есть полярное сияние. Сюжет про огонь, он самый правильный, потому что полярное сияние – это собственное свечение атмосферы. Это следствие активности Солнца. От Солнца постоянно дует солнечный ветер. Это частицы, которые движутся к Земле с большой скоростью. Тогда мы видим полярное сияние. Сияние, оно само по себе удивительное. Стараешься просто запечатлеть, а природа, она сама предлагает разные сюжеты, и каждое сияние разное все время. Вроде бы уже видел много что разных сияний, и цветное, и зеленое, вот, но все равно каждый раз оно какие-то сюрпризы преподносит. Раньше приезжаешь и дежуришь, ждешь, повезет, не повезет, там что-то сфотографировать. А сейчас с этим проблем меньше, то есть есть специальные сайты, на которых можно посмотреть прогноз. Но они тоже бывают неточные, поэтому тут большая помощь от человека, знающего и наблюдающего, изучающего сияние. Вот это овал полярных сияний над Антарктидой в настоящее время. Здесь же видно относительно Кольского полуострова. Построена модель прогноза. То есть мы заранее знаем, где будут полярные сияния.
С Жигановым мы стали работать вместе лет 5 назад. Он не знал, что есть возможность прогнозировать сияние. Мы познакомились и сразу же нашли общий язык. Я сам занимался, у меня масса вот этой фотографии в Японии изданы, в Швеции изданы. Образование у меня Ленинградский университет, физик. И я сразу поехал на север, в земли Франца Иосифа, самая северная в мире обсерватория. Несколько лет там работал. То есть первую фотографию полярных сияний я получил на земле Франца Иосифа 40 лет назад. Потом стал возвращаться постепенно на юг, но до юга не доехал. Вот в Апатитах остановился, тут мне нравится. Тут все преимущества провинции, которых нету в городах побольше. Люди многие загнаны в рамки города, заняты своими делами и не обращают внимания на ту красоту, которая вокруг нас. И вот так получается, что днем у меня работа, вечером семья. Единственное время, когда я более-менее свободен, это ночью. Вот. А ночью у нас как раз сияние. Старший сын, у меня пятиклассник, мы с ним вместе как раз выезжаем на сияние. Ему эта тема сияния интересна. И потом он написал работу, ну сообща мы вместе написали, по полярным сияниям. Он занял у меня первое место по городу в конкурсе, и потом мы отправили в Мурманск. Мурманск тоже был лауреатом. Сейчас вот он занимается робототехникой и хочет тоже дальше там сделать какого-то робота, который будет охотиться за полярным сиянием. У нас много красивых мест, специально там ездят туристы, и куда-то далеко уезжать особой надобности нет. Многие сияния, снятые в районе Апатитов нашего города, уже принесли нашему городу небольшую такую славу в интернете, как столица полярных сияний. Получилось географически, что Апатиты находятся именно вот на этой области. То есть сердце полярных сияний. Мы продолжаем наш выпуск. Зима для северян – время не только лютых морозов, но и уникального явления – северного сияния. Кто смотрит ночью на небо и видит не только цветные сполохи? Наш корреспондент Владимир Школьников отправился в погоне за полярной авророй. Репортаж из Апатитов. Там сегодня было минус 35. И из Лавозера. В самской столице столбик термометра опускался до минус 38. Зимой в тишине бескрайней северной тундры в небе играют чудесные огни. Полярные сияния – одно из самых красивых световых явлений в природе. За этим завораживающим зрелищем в Мурманскую область приезжает множество туристов. Но кроме них за небесными сполохами, а по-научному «Аврора Борелиас», наблюдают ученые. На окраине поселка Лавозера, подальше от огней цивилизации, находится геофизическая обсерватория Лавозера. Единственная станция в России, где наблюдения за полярными сияниями ведутся непрерывно в течение долгого времени. В этом году она отметит свой 60-летний юбилей. Создали ее в далеком 1956 году. Все обсерватории в мире, получающие данные о северных сияниях, связаны между собой в единую сеть. Они есть в Европе, Канаде, Америке и на полярных станциях. Получаемые данные позволяют исследовать феномен полярного сияния и прогнозировать его появление. Такими прогнозами могут пользоваться как просто желающие поглядеть на полярное сияние, так и фотографы. Здесь же в Апатитах живет известный охотник за полярной авророй Валентин Жиганов. Сейчас век информационных технологий, то есть специализированные сайты, где показывается прогноз космической погоды. То есть если есть вспышка на Солнце и ожидается магнитная буря, значит будут сияния. Сложнее с погодой, потому что погода у нас на севере часто меняется и часто бывает пасмурно. Если же оба прогноза, космический и наш земной, благоприятны, то Валентин садится на авто, выезжает за город и снимает полярное сияние. Всем-всем доброго утра! Сегодня мы отправились в Апатиты к людям, которые знают о северном сиянии все. Это научные сотрудники Полярного геофизического института. Десятки книг, стопки бумаг, ряд объективов. Рабочий кабинет как кладовая. Основная работа, конечно же, в экспедициях. Сергей Черноус 12 лет принимал участие в арктических научных походах. Работал на земле Франца Иосифа.
Вести наблюдение за космической погодой продолжает и сегодня. Правда, экспедиции уже не столь дальние, в основном на Кольском полуострове. С одной стороны, сияние – это зрелище, конечно. А с другой стороны, сияние – это возможность изучать процессы солнечно-земных связей. И все это мы наблюдаем, как на экране телевизора. Земля окружена магнитной оболочкой, магнитосферой. И туда приходят частицы от Солнца. На Солнце бывают всякие события, протуберанцы, вспышки. Электроны и протоны, они мчатся к нам от Солнца, встречаются с магнитным полем Земли и взаимодействуют. Дальше происходит их перераспределение вокруг Земли, на больших расстояниях тоже, там несколько радиусов Земли. Потом они сталкиваются с молекулами воздуха. И когда они сталкиваются, то есть они фактически добавляют энергию и возбуждают свечение. Полярные сияния можно наблюдать зимней ночью или даже летним днем. Но дневное свечение будет замечено только с помощью специальной аппаратуры. Ученые работают вот с такой камерой. Зимой она, как правило, в экспедициях на Кольском полуострове или Шпицбергене. С помощью этой камеры мы научились видеть сияние в сумерках, когда человеческие глаза их не видят. Недаром говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому прямо сейчас мы попытаем счастье, отправляемся на фотоохоту за северным сиянием. Журналисты, ученые и фотограф – вот состав нашей небольшой команды. Повезет, не повезет, космическая погода непредсказуема. Научные сотрудники из Норвегии совместно с учеными геофизического института разработали сайт. Прогноз с точностью до 1 градуса широты. Сюда идет все. Я думаю, что если мы проскочим сюда, ну, можем поймать что-то. Сейчас окно будет, может, вот сюда мы успеем снять, да. Между облачностью. Появилось окошко, облака рассеялись, установили штативы и камеры. Охота началась. Сколько времени уйдет на это, предсказать невозможно. Все зависит от сияния. Если интенсивно, иногда можно и 6 часов не снимал, и 8. Вот. А так в среднем где-то 2-3 часа. Полярное сияние происходит на большой высоте, от сотни до 400 километров от Земли. В небе, как на экране телевизора, отражаются все процессы, происходящие между Землей и Солнцем. Яркое свечение, как правило, можно наблюдать в сильную магнитную бурю. В народе говорят, полярное сияние на небе – жди морозов. Объясняется это просто. В морозную ночь наблюдать сияние ничто не мешает. Небо ясное, нет ни облаков, ни осадков. Интересный момент. Человеческий глаз устроен таким образом, что он отлично чувствует зеленый цвет и хуже остальным. Поэтому полярное сияние мы, как правило, видим бледно-зеленого цвета. Хотя на самом деле оно одновременно и фиолетовое, и зеленое, и красное, и даже голубое. Четкие магнитные силовые линии. Увидеть их можно только во время сияния. Все линии сходятся в одной точке. Ее называют магнитным зенитом. Красный цвет говорит о мощной силе магнитной бури. Такое свечение – явление редкое. Встречается раз в 10 лет. Последние 5 лет, по словам Сергея Черноуса, полярные сияния были не столь интенсивны. На Солнце не было мощных вспышек. Это явление ученые в шутку называли «лысое Солнце». В этом году активность вернулась. Следующий 2012 будет еще интенсивнее. Мы увидим сияние красные, зеленые и даже фиолетовые.